Кто проживает на дне огня? Созди. Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем разбирать бойцов пельменного фронта, любителей чебуреков, комбикорма и, само собой, большого пиара, который то тут, то там можно встретить в их исполнении. И так уж вышло, что сыновья Кадырова, как, собственно, и сам Дон Дон, являются одними из самых популярных персонажей на канале, и ролики про них хорошо так смотрят. Например, старший сын Кадырова Ахмат смог даже Адама обогнать, и видос с ним собрал почти лям просмотров, и это чуть больше, чем за месяц. Таких показателей на моем канале еще никогда не было за все время его существования. Про Адама вы и так все знаете. Его пиджак красуется и продолжает только расти в размерах. Но и Ахмат не отстает от Адама. В последнее время его стали пиарить очень уж активно. И в этом видео вы узнаете, насколько нелепо вся эта клоунада выглядит. И суть тут в том, что чем больше Кадыров и его сыновья пиарятся, тем больше они становятся похожими на клоунов. Причем довольно жестких. Из ролика в ролик я отмечаю, как они становятся только шире и шире. Вот недавнее видео с их участием, что Адам в ширину растет, что Ахмат, что сам Дон Дон. Наверное, на перегонки соревнуется, кто больше сальца наберет. А если вы не хотите быть как личинки Кадырова, которые растут постоянно только в ширину, тогда рекомендую вам наш магазин с гайдами по тренировкам, питанию, добавкам и различным препаратам. Если уж у вас нет возможности что-либо из этого приобрести, тогда можете просто ознакомиться с бесплатными материалами, которые также довольно качественно сделаны и однозначно помогут вам сделать вашу жизнь лучше. Буду рад всем, и мы приступим к дальнейшему разбору героя нашего видео. И я уже показывал вам всю эту клоунаду с пиаром на войне в Украине. То пленных они брали, то в интервью рассказывали, что в 16-17 лет уже воюют на фронте. 17 лет, да? И вы уже в зоне специальной военной операции были? Да. Участвовали в боевых действиях? Да, участвовал в боевых действиях. И жду приказ. С счастью, пойду второй раз туда. И, собственно, это вызывало очень большой негатив именно со стороны самих чеченцев, потому что их там мобилизируют и отправляют воевать. Причем часто бывает такое, что отправляют воевать именно неугодных, тех, кто провинился. И, само собой, Кадырову и его личинкам нужно было как-то отбелить репутацию и показать, что, мол, они такие же простые, как и народ. Сын Дон Дона в очередной раз решил поехать на фронт, хотя до фронта он все же не доехал. Просто привез гуманитарку куда-то там в тыл и успел уже интервью дать, в котором заявил, что те чеченцы, которые отсиживаются в западных странах, это недолюди, которых он лично готов обезглавить. Самуэль Л. Уордерсон, и да, я западный европейский, вахожен, ашпан ногчу имбазируш, сэр. Дубай, да и уха, да и цель арбошпа, си боча, гал, Уордерсон, томет, на месте, ду, ах, шу, сахагина дас, или саха, дела дас, декачем, шу, курташки, сан, ай, отрир, да, машин, ты хочешь, ду, финансировать, я шу, хоп, что, да, джалиаш, на, ты хочешь, ду, да, мола, ба, вот, вилерю, ахмат, сила, Аллах, Акбар, Россия, мощь. Вы посмотрите, как это существо вообще говорит про такие вещи. С улыбкой на лице, особо без угрызений совести. Будто бы это нормально, что одни обезглавливают других. Но вся ирония в этой ситуации в том, что он же нигде не воюет, а только по Дубаям катается. Неделю назад ездил в тыл, чтобы снять видос, а две недели назад был в Иордании, а до этого много раз в Дубае и в других странах. Нормально они так воюют, когда захотел приехал на фронт, а когда захотел уехал оттуда. Привез тушенку, записал показушный видос для пропагандонских СМИ и тут же свалил назад. А другие пусть воюют, пока Ахмат Кадыров получает медаль за взятие тушенки. На благо жителей Чеченской Республики значительный вклад в развитие молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения награждаются орденом парламента Чеченской Республики Даймехкан Си Кадыров Ахмат Рамзанович, помощник главы Чеченской Республики, первый заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ура!
И, собственно, проходит еще пару дней после этого вот ролика, и он уже вместе с батей и Адамом красуется на какой-то там движухе. И Адам в этот раз только с одной медалькой. Как-то скромненько, то есть у пиар-отдела Дон Дона даже не хватило ума это все сделать правдоподобно. Могли бы хотя бы через месяц его показать, чтобы реально это выглядело, как будто бы они воюют. А то сегодня на фронте, а завтра в Дубае. Может, они телепортироваться научились, как, собственно, и сам Адам. Но мерзости данного персонажа нет предела. Он решил теперь контролировать, чтобы в соцсетях никто из чеченцев не писал ничего такого, которая противоречит их традициям. Будут выявлять пользователей соцсетей, чьи действия противоречат культуре и менталитету республики. Этим займется Министерство по делам молодежи, сообщает агентство «Грозный Информ». Министр ЧР по делам молодежи Ахмат Кадыров поручил ведомству мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live, платформа для ведения прямых эфиров, и Лики, соцсеть аналог TikTok, на предмет неподобающего поведения пользователей. С гражданами республики, которые будут так себя вести, обещают провести воспитательную работу. Агентство добавило, что ранее Ахмат Кадыров встретился с трудными подростками, стоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Знаем мы такие традиции подобных персон. Готовы головы отрезать всем несогласным и делать это с улыбкой на лице. Вообще, в целом, за последнее время с ним выходит уже как-то много роликов, и это намного больше, чем с Адамом. Потому что орденоносца сильно захейтили из-за этих всех медалек. И теперь, видимо, Дон Дон хочет, чтобы и старшего сына тоже хейтили не меньше. Иначе как объяснить то, что они таким тупым образом его пиарят? В чистенькой форме катается на фронт и только увеличивает свою пачку в размерах, как собственно и само ЧСВ. Все говорит на данный момент о том, что он будет еще намного хуже, чем его отец. Тот-то не сразу стал таким и не рос в роскоши и вседозволенности, только со временем у Дон Дона это все появилось. А этот вырос в условиях, когда и богатства много, и батя имеет неограниченную власть, и он может делать что угодно. А потом еще начинает рассказывать, как кого он будет воспитывать и кому хочет головы отрезать. Печальное зрелище, когда такие персоны, не обремененные интеллектом, творят подобное. Можно только себе голову фейспалмом пробить от тупости подобных персонажей. А на этом пока все. Ставь этому видео свой огромный вентилятор. И не забывай писать, что думаешь про личинок Дон Дона и такие вот тупейшие методы пиара. Всем пока, до новых встреч, увидимся.